Вот такая вот расческа. Здесь у нас даже она вот изготовлена с зеркалом. Так. Импортер есть у нас здесь. Сделано в Китае, как обычно. В Москве перепаковано. Выглядит следующим образом. Такое маленькое зеркальце. Маленькая складная расческа для Киры, которую можно кинуть в сумочку, которую можно будет положить, как ни странно, в шкафчик. Вот так вот она собирается. Ничего больше никуда не складывается. Есть небольшая защелка. Цена данного изделия в подружке в районе 215 рублей. Хороший, любимый Кирин розовый цвет. Посмотрим, за сколько можно найти такую же на Алиэкспрессе. Погнали. Вот самые распространенные варианты, которые удалось найти. Первый вариант чем-то напоминает мыльницу. Второй вариант подойдет мальчику, девочке, мужчине, женщине. В принципе, довольно-таки неплохая, компактная расческа в разных цветовых вариантах. Третий вариант для тех, кто любит натуральные. Здесь, по-моему, деревянные идут. Хотя нет, пластик все-таки. Но тем не менее тоже компактный вариант, мягкий пластик. Четвертый вариант. Почти такой же, как у меня. Все ссылки будут в описании. Ну и последний вариант. Совсем простенькая, компактная, складывающаяся расческа. В общем, как-то так.